Свой первый гол я забил в 2011 году. Это был матч против Ростова. Запомнил этот матч на всю жизнь. Хотел как можно скорее забить свой первый мяч за «Локомотив». Доказать, что хочу и могу играть. И хотелось поскорее начать приносить пользу команде. Шишкин отдал голевую. Я подработал под правую ногу, пробил в дальнюю 9. Классика, я всегда по девяткам забивал. Я побежал к болельщикам праздновать, ко мне подбежали ребята. Хороший коллектив был, дружный очень. В команде всегда была отличная атмосфера, то есть здесь приятно было находиться. Ребята всегда друг друга поддерживали в любой ситуации. Неважно, какой период был, там, играл, не играл. Я отмечаю день рождения на сборах лет 17, наверное, с 18. Вчера подсчитал, это уже 15 лет подряд. Играть, побольше побеждать. Это самое что хорошее, где всегда было настроение. А то, когда ты не играешь, то настроение клевое. С меня бутылку вина. Сосекаешь? Я тебе подарю. Сделали коридоры, я пробежал и надавали по спине, да, но уже не сильно били, видимо, пожалели. Нормально, в том году пожестче было. Последний день мы снизили нагрузку, уже чуть поменьше, поэтому настроение хорошее. У нас сегодня была первая игра, сегодня задача была получить игровую практику, потому что давным-давно не играли уже. Нормально себя чувствую, мог еще играть, вот, но... В принципе, для первой игры пока 45 минут достаточно. Сейчас находимся под нагрузками, и я считаю, в принципе, были положительные моменты, когда голы забивали. Пропустили, в принципе, 3 мяча со стандарта. Да, надо повнимательнее. Присуще нам вложить много труда для того, чтобы забить и легко пропустить. Вот над этим мы должны работать, и нам нужно более быть сконцентрированными в обороне. Ну и проблемы сегодня всей команды игры в обороне, они есть. Вчера была очень тяжелая, сложная работа. После этой сложной работы игра, и, естественно, похвалить можно всех, то, что они в целом выдержали. Готовность Сяо, она явно лучше, чем наша, потому что они играют 2 февраля, уже стартуют, а у нас еще только 29 февраля на месяц мы отстаем. В целом, хорошая работа была, и все. Есть о чем подумать.